Ну, начнем с того, что у евреев принято хвалить людей. Более того, даже есть мицва хвалить людей, когда речь идет, например, о муже, расхвалить перед ним его, допустим, жену, невесту, естественно, в скромных выражениях, которые не подразумевают какую-либо нескромность. И точно так же расхвалить мужа для жены, расхвалить сына для родителей, расхвалить родителей для сына, похвалить покупку человеку, который уже ее приобрел, чтобы сделать ему приятным его приобретение. Это все, безусловно, является мицвой, и так правильно поступать. Так люди внушают другим людям хорошее настроение, помогают им, делают им добро. Это правильно делать. Другое дело, что Тора немножечко ограничивает нас в том, что касается хвалить человека при нем, ему в лицо. Во-первых, есть такая вещь, как лесть. И лесть, она, безусловно, не позитивна, лесть запрещена. Особенно, когда эта лесть, она лжива, но даже если это правда, но она выражается в виде грубой лести, это делать неправильно. Вторая вещь, когда речь идет о том, что мы такими немножечко преувеличенными похвалами можем вызвать неудобство или даже чувство легкой досады, зависти со стороны окружающих. Все это может привести к такой вещи, как айнара, дурной глаз. Люди могут подумать на мгновение, секундочку, а почему ему так много хорошего, а почему мне ничего, а почему другим людям ничего и так далее, и так далее. И подобные мысли, они порождают глаз. Поэтому можно хвалить человека при нем только микцат тишбахот, да, только чуть-чуть. Некоторое количество похвалы, можно сказать, при самом человеке. Причем иногда это сказать необходимо, чтобы дать человеку понятие о собственных достоинствах. Очень много людей, к сожалению, в наше время страдают от того, что они не знают собственных достоинств. И правильно человеку в тактичной и деликатной форме, не преувеличенными похвалами и не смущая его, тем не менее, дать ему понять, что его ценят, что его любят, что у него есть большие достоинства. Все это придаст человеку сил делать добро и в дальнейшем. И поможет ему в дальнейшем подниматься выше и выше в служении Творцу, в работе над своими душевными качествами. И это, безусловно, безусловно правильно сделать. К сожалению, на мой взгляд, это немножечко не в традициях русской культуры. И здесь проблема скорее не с еврейской культурой, а именно с русской. Потому что, например, у евреев Европы, у евреев Востока, у израильтян принято хвалить человека без конца, и особенно присутствие его близких, расхваливать его. И это очень приятно, это очень придает силы, и это очень хорошо на самом деле. И нет такого, чтобы человек пришел бы в учебное заведение, где учатся его дети, например, и кто-нибудь учителей бы не похвалил бы, даже если он, может быть, этого человека не очень знает. И это часть еврейской культуры, часть идишкайт. К сожалению, вот в России, как мне кажется, такое реже. И это связано именно с влиянием такого более сурового, такого местного климата, что ли, так сказать, ментальности. И как раз очень, мне кажется, позитивно, когда люди заново приобретают вот такой более, может быть, израильский или более европейский такой стиль. Хвалить, не стесняться хвалить, улыбаться, давать людям приятные ощущения, потому что в конечном счете это мицва в автолеха камоха, любви ближнего как самого себя. Когда мы другому человеку даем что-то хорошее, когда мы ему улыбаемся, когда ему создаем хорошее настроение, мы тем самым делаем очень большое, очень важное дело. Не случайно написано у наших мудрецов, что тот, кто вызывает улыбку у ближнего, больше, чем тот, который дал ему денег. В конечном счете, да, доставить человеку удовольствие и вот, причинить ему хорошее настроение, это очень-очень правильно, и это может в каком-то смысле лучше, чем помочь ему материально.